Еще пути тогда, да. Алло. Алло. Здравствуйте. Банк Здравствуйте. Кредит. Меня зовут Ольга, отдел контроля оплат. Андрей Витальевич Курилов. А представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ольга. Ольга, а фамилия, отчество? Михайлова Ольга, отдел контроля оплат. Банк Хоум Кредит. Хорошо, скажите, пожалуйста, каким образом я могу удостовериться, то, что вы являетесь сотрудником банка? Как я могу вам доверять? Скажите, пожалуйста, Андрей Витальевич Курилов, это вы? Ну, во-первых, я вам задал вопрос. Вопрос у меня довольно-таки основательный. Я первая вам вопрос задала. Но вы мне звоните. Начнем с этого. Я хочу удостовериться, кто мне звонит. У вас номер телефона отобразился? Вы можете перезвонить по этому номеру или забить в интернете. Зачем мне это нужно? Вы мне же мне звоните. Банк Хоум Кредит, отдел контроля оплат. Можете забить в интернете и посмотреть номер телефона. Я сотрудник. У меня в договоре в пункте 16.1 сказано, что при обмене информацией я могу обратиться по телефону, и этот телефон не совпадает да? с вашим. Ну, какой телефон? Ну, так не знаю, посмотрите, какой телефон. Ну, посмотрите, какой там номер телефона. Ну, он не совпадает с вашим. Вы сейчас хотите что? Я хочу узнать, являетесь ли вы сотрудником банка. А я хочу узнать, почему вы оплату не производите по 20, уже 26 дней. На каком основании я должен предоставлять вам... Вы сейчас вопросы задавайте по-вашему, я на все отвечу. Я вам задаю вопрос. У меня законный вопрос. Законный вопрос. Я спрашиваю вас, на каком основании я должен доверять вам свою информацию, отчитываться о действиях своих. Какую информацию? Вся информация у меня перед глазами ваша. Какую информацию? Ну, обычно... Может быть, мне вам сказать по вам информацию? Ну, скажите. Что вы являетесь задолжником? Что задолжником? Вы не платите свою кредитную карту? Громкие слова. Должником еще мне назовите. Вы знаете, что вам будет выслан сотрудник по розыску, чтобы он лично с вами договорился об оплате? Ну, пускай приходит. Он будет ходить на улицу Глеба Успенского, дом 7, квартира 33. Так вот, я не Курилов Андрей Витальевич. И вы мне сейчас разгласили, то есть третьему лицу информацию, как вы посмели такое сделать. Какому третьему лицу? Ну так я вам говорю, что я не Курилов Андрей Витальевич. Вы можете в этом удостовериться? Вы предоставили информацию вместо проживания какого-то человека. Ну вот, давайте посудим, какую информацию вы предусматриваете. Я что сказал? Я назвала адрес. Вы назвали адрес. Ну, чей это адрес? Чей это адрес? Вы кем приходитесь? Курилову Андрею Витальевичу. Вам какая разница? Большая разница. Ну так вы задавайте свои вопросы более конструктивно. Я так понимаю, вы сейчас хотите... разобраться в моей личности. И вы, давайте вы не будете припираться и умничать, хорошо, Андрей Витальевич? Так вот, скажите мне, пожалуйста, каким образом я могу удостовериться, что вы являетесь сотрудником банка? Мы начали разговор с этого. Давайте вернемся обратно, в самое начало разговора. Вы мне звоните. Нет, ну, понимаете, чтобы... Послушайте меня, пожалуйста, Ольга. Ольга, послушайте меня, пожалуйста. Мы с вами начали разговор с того, что вы мне позвонили, да? Я вам задал вполне адекватный и объективный вопрос по поводу того, кем вы являетесь в банке и как я могу в этом удостовериться. Так, давайте разберемся в вашем ответе. Давайте разберемся в вашем ответе. У меня нету вокруг меня публики, я с вами разговариваю один. Или публика участвует в разговоре? Это ваше право сомневаться в достоверности информации. Я тоже записываю разговор. Я вас предупреждаю. А скажите, пожалуйста, а почему вы меня сразу не оповестили о записи разговора? Почему меня сразу не оповестили о записи разговора? Ну, это законное требование, да? То есть вы считаете... Мое требование. Статья, ну так почитайте, откройте интернет и почитайте, какая статья. Вы мне скажите? Что мне вам говорить? Я вам ничего не обязан говорить. Предоставлять эту информацию,
Да, я да. Могу, Но другую же вы же другую предоставляете мне информацию. Почему вы не можете предоставить это? Я же вам тоже не справочное бюро, Вообще, правильно? вы будете со мной припираться, Но или я не что? вижу с вами объективного разговора, поэтому я с вами припираюсь. Вы же не отвечаете адекватно на мои вопросы. А я вижу, что вы вообще уклоняетесь Я от вас не ситуации. вижу. И вам говорю, что если вы оплату не будете производить, к вам будет выслан сотрудник порутки. И Я что? прощаюсь, всего доброго, до свидания. А дальше Ничего будем объективного разговаривать с вы вами. мне не сказали. Всего доброго, до Может, мы свидания. продолжим с вами разговор сначала?